Автор – Леверный Владимир Викторович. Категория – информационно-коммуникационные технологии. Автору блога – министру по инвестициям и развитию Исикешеву. Здравствуйте, уважаемый Асет Рентаевич. Хотелось бы узнать, как у нас идет надзор за мобильными операторами, а точнее, за предоставляемыми сервисами. Мобильный телефон для того и нужен, чтобы быть мобильным, а в итоге – проблемы со связью и хромающее качество предоставления сервиса. Прошу вас и ваше ведомство обратить внимание на наших мобильных операторов. Как обеспечить качество? Здравствуйте, Владимир Викторович. На сегодняшний день Комитетом связи, информатизации и информации Министерства запущено приложение «Народный контроль качества сотовой связи». Данное приложение доступно для абонентов сотовой связи с операционной системой Android, является инструментом для сбора данных по качеству сотовой связи от абонентов. Полученные данные несут информационный характер и не являются основанием для моментального реагирования со стороны уполномоченного органа. В этой связи для объективного рассмотрения, выяснения обстоятельств и принятия мер по вопросам, указанных в вашей жалобе, необходимо направить письменное заявление в адрес комитета с указанием возникших проблем. На самом деле это приложение в будущем, мы видим, будет охватывать фактически все государственные услуги, которые есть в Казахстане. Это в будущем. То есть сейчас это пилотный проект. Мы решили начать с самого наболевшего и с самого, наверное, то, что каждый гражданин заинтересован в том, чтобы получить качественные услуги связи.